пойдем с тобой сегодня не на Ленинские горы, не на выставку поделок из некрашенных корней. Мы пойдем и купим крышку бесконтактного трамблера, потому что 100%, что все дело было в ней. Я капот у нашей Дусы осторожно приоткрою, и стартером постартую, и подсосом подсосу, и на правильное место крышку винтиком пристрою, и проделаю контрольный тюк ногой по колесу. Воскресенье, ты увидишь, что напрасно выражала в адрес Дуси ты сомнения свои, и откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный до ближайшего ГАИ. Мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком, ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги, загрустив, опустит руку, справедливо догадавшись, что ее не подберут. Не пытайтесь в понедельник нас спросить неосторожно, где мы были в воскресенье и зачем в машине трос. И откроет нашу тайну наш надежный, безнадежный 8-летний жигулевский мерседетый шестисос. Где мы были, вам не скажем, ни резина, ни приборы, да и мы вам не покажем, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтобы никто не догадался, между чем и чем искра. Здорово.